где-то примерно чуть больше 2 баллов выигрывали американцы. У них музыка в произвольной программе. Саундтрек из Нотр-Дам-де-Пари Рикардо Качанте. Действующие чемпионы мира среди юниоров.
Ну, что интересно, мы с вами видели эту американскую пару и открывали наше соревнование канадцы Пурди и Маринара. Американцы, которые сейчас будут ожидать своих оценок, они чемпионы мира среди юниоров. Канадцы серебряные призеры. Но вот их выступление, фактически они начинают только выступать во взрослых соревнованиях. Ну и видно, что американцы явно лучше были по всем статьям, что называется. И в техническом плане у них было гораздо меньше ошибок. Ну вот, одна из возможных причин. Дело в том, что и Хевин Денни, и Маргарет Пурди, они ровесницы, им по 18 лет. Но Маргарет, канадская фигуристка, ее рост почти 170 сантиметров, 168. В то время как Хевин Денни всего 152 сантиметра, то есть она, ну, получается где-то на 15 сантиметров ниже. И, конечно, партнеру гораздо легче с ней, я имею в виду американцу Брэндону Фрейзеру, гораздо легче с ней работать, с ней выступать. Ну, я думаю, что, конечно, это не единственная причина, но, во всяком случае, вот с такими проблемами приходится сталкиваться парам, которые выступали успешно на юниорском уровне, но затем вот партнерша неожиданно выросла, и начинаются проблемы.